После длительного ледникового периода климатические условия стали более благоприятными, и людям требовалось больше пищи, чем они могли бы собрать в природе. Люди отказались от образа жизни кочевых охотников-собирателей, который длился 200 тысяч лет, и перешли на оседло-собирательную жизнь в эпоху неолита, 10 тысяч лет до нашей эры. Первые жилые поселения эпохи неолита – это треугольник между юго-восточной Анатолией, северной Сирией и западной частью Ирана. Наиболее важные археологические данные, подтверждающие эту теорию, являются остатки пшеницы, которым более 12 тысяч лет и которые были найдены в Гёбекли-Тепе на юго-востоке Турции. На самом деле, семена одного из основных продуктов питания были распространены во время неолита, когда наши предки перестали жить как кочевники и начали жить оседлой жизнью. Когда они обнаружили пшеницу и ячмень, природную растительность этого региона, это была серьезная мотивация наших предков для оседлой жизни. Когда наши предки научились делать хлеб из пшеницы, была настоящая пищевая революция. Эта сытная еда, которая получается легко и без усилий, убедила людей, что посев пшеницы и сбор урожая требует жить длительное время на одном месте. Фрески древних египтян, на которых изображены женщины, дробящие зерна на камнях, чтобы сделать муку, являются свидетельством того, насколько хлеб был важен для египетской культуры. Хлеб в те периоды был достаточно жестким, но это было очень удобно, чтобы транспортировать эти лепешки в военные лагеря или охотничьи регионы. Согласно общепринятому мнению, в 2000 году до нашей эры египетский пекарь забыл тесто для хлеба под солнцем, и когда он вернулся, то обнаружил, что тесто ферментируется. Когда пекарь поставил тесто в духовку, он заметил, что хлеб стал легче подниматься. Это дрожжевой хлеб ели богатые и знатные дворяне. Он стал настолько ценным, что его стали использовать в качестве денег в Древнем Египте. Древние греки научились искусству выпечки у египтян и стали выпекать аналогичный хлеб. В 600 году до нашей эры греки научили этому римлян. В 1859 году французский ученый Луи Пастер показал реакцию микроорганизмов в механизме брожения. Это стало еще одной революцией в производстве хлеба, так как начиная с 1870-х годов началось производство дрожжей. В 1880 году первая механическая мельница была успешно построена в Швейцарии. Таким образом, стал распространяться белый качественный хлеб. Хлеб является очень важным, сытным и питательным источником углеводов, которые быстро превращаются в энергию. Помимо того, он богат витаминами группы В, железом, магнием и минералами, что также говорит о пищевой ценности хлеба. Хлеб является одним из продуктов, которые составляют основу пищевой пирамиды, продолжает быть излюбленным источником питания как в прошлом, так и сегодня. Мировое производство пшеницы составляет около 730 миллионов тонн в 2015-2016 годах. Китай является лидером по производству пшеницы со 130 миллионами тонн. Далее следует Индия с 9 десятками миллионов тонн и Россия с 60 миллионами тонн. Европейцы являются лидерами по потреблению хлеба на душу населения. Среди европейских стран Турция занимает первое место по потреблению хлеба на душу – 150 килограмм. Сербия занимает второе место со 125 килограммами, Болгария на третьем месте со 105 килограммами, за ней следуют Германия и Россия. В Европе хлеб составляет 80% рынка хлебобулочных изделий. Наиболее предпочтительным является свежий хлеб. Но это возможно в течение короткого срока времени, потому его упаковывают и продают в виде полуфабрикатов хлебобулочных продуктов. Торговлю замороженным хлебом, пончиками, тортами, пиццей и равиолями начали только 15 лет назад. Канадские, швейцарские, мексиканские и итальянские компании были первыми, кто заметил эту нишу и заняли большие доли рынка во всем мире. Соединенные Штаты,
Европейский Союз и Россия имеют самый высокий спрос на эти продукты. Пицца является наиболее потребляемой среди замороженных хлебобулочных изделий, а также булочки для гамбургеров, слоеное тесто, круассаны, пельмени и кондитерские изделия соответственно. Розничные пекарни держат много видов продукции глубокой заморозки для того, чтобы удовлетворить спрос покупателей. Кто не любит горячий хлеб из печи, но производство хлеба начинается от процесса закваски и приготовления теста. Сегодня у людей есть все, но нет времени. Два типа дрожжей используются в производстве хлебобулочных изделий. Первый тип предназначен для промышленного использования. Это сухие дрожжи, используются для быстрого производства в крупномасштабных предприятиях. Другие представляют собой традиционные кислые дрожжи, используемые в малых пекарнях, где брожение может длиться от 6 до 12 часов. Хлеб из них самый вкусный. В промышленных пекарнях весь процесс, необходимый для выпечки хлеба, занимает не более чем 3,5 часа. Цены на хлеб особенно важны в слаборазвитых и развивающихся странах. Именно поэтому существует жесткая конкуренция среди производителей. Помимо конкуренции в цене, другая проблема — держать хлеб постоянно свежий. Для того, чтобы быть в состоянии предложить свежий хлеб на рынке, сейчас необходимо производить его на месте потребления. Для этого были разработаны печи небольших размеров и установлены холодильные шкафы, позволяющие охлаждать тесто до 4 градусов, для того, чтобы замедлить процесс брожения и сохранить возможность испечь хлеб в любое время. Основное действие начинается с заморозки хлебобулочных изделий. Замороженные продукты в этом секторе хранятся при температуре минус 18 градусов Цельсия, после шоковой заморозки от минус 35 – минус 40 градусов Цельсия. Эту программу очень легко применять к круассанам, печенью и аналогичным продуктам, которые содержат больше масла. И сейчас много видов хлеба используют данную пищевую цепь заморозки. Хлебобулочные изделия, которые могут храниться замороженными в течение года, могут быть готовы для выпечки в любое время, благодаря специальным шкафам для размораживания и разрыхления. Сектор хлебобулочных изделий постоянно развивается, следуя тенденциям динамичного увеличения. Сектор заморозки эффективно развивается. Все время холодное и замороженное хранение предлагает отличные коммерческие возможности и делает нашу жизнь проще. Давайте закончим словами с цитатой американского биолога норвежского происхождения доктора Нормана Борлоуга. «Если вы желаете мира, развивайте справедливость, но в то же время обрабатывайте поля, чтобы производить больше хлеба, иначе не будет мира».